Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о таком удивительном изделии инженеров компании Stiga, как Rider Park Pro 340iX. Это удивительный Little Big Adventure, маленькое большое приключение. То есть в небольшом корпусе Rider профессиональная начинка. В данном случае речь идет о гидравлики на подъем и опускание навесного оборудования, гидравлики усилителя руля, электрической системы выставления высоты травы, профессиональном двигателе Brixen Stratton серии Vanguard и полном приводе. В данном случае этот райдер может работать также на склонах, что делает его однозначно выдающимся. Небольшой корпус, профессиональная модель. Ломающаяся типично для Stiga рама, благодаря которой ваш райдер очень маневренный, но при этом оставляет колею всего двух колес, поскольку задние колеса повторяют след от передних колес. Эта модель уникальна еще и тем, что в 2015 году стала победителем известного конкурса дизайна Red Dot как лучшее дизайнерское решение садовой техники. В общем-то, не зря. Обратите внимание, что в данной модели уже полностью сенсорное управление райдером. Здесь стоит небольшой компьютер, ну, точнее, это часометр, конечно, то есть, который измеряет количество часов. Рычажок управления высотой навесного оборудования и, собственно говоря, обороты двигателя. Также ключ зажигания и подсос. Здесь стоит гидростатическая трансмиссия, то есть у нас одна педаль, которая, нажимая вперед, чем сильнее, тем быстрее мы едем вперед, нажимая назад, то же самое, только назад. В данном случае у нас с вами запатентованная Stiga система RAC. Это безинструментальная установка навесного оборудования, что очень удобно и комфортно. Достаточно снять несколько шплинтов, чтобы снять, как, допустим, в данном случае, подминальную щетку и поставить, ну, например, снегоотбрасыватель. Соответственно, это же касается и деки снегоуборки и прочего навесного оборудования, которое ставится на данный райдер. Кстати говоря, поскольку райдер Park Pro, то есть профессиональная серия, на него ставится практически любое навесное оборудование, которое используется для райдеров Stiga. Естественно, конструктор не забыли о комфорте. Регулировка кресла под разный рост оператора и регулируемый по вылету руль. Также, естественно, как и в любой современной технике, в том числе в автомобилях, здесь уже стоит мощная LED-фара, которая экономичная и очень яркая. То есть вы можете работать с данным райдером и в темное время суток никаких проблем у вас не возникнет. Как я уже говорил, благодаря тому, что здесь стоит профессиональный двигатель Vanguard, данный агрегат может работать на склонах. Двигатель достаточно мощный, 21 лошадиная сила максималки, 18 номиналки, двухцилиндровый, то есть меньше вибрации, меньше шумности, очень комфортен в использовании. И еще раз вернемся к комфорту, благодаря тому, что здесь у нас с вами стоит гидроусилитель руля, вам будет достаточно комфортно работать, в том числе и по пересеченной местности, благодаря тому, что руль крутится, то, что называется, одним пальцем. Итак, в данной комплектации у нас установлена щетка. Это уборочная щетка. Мы можем с ней работать по снегу, можем работать по листве. То есть это все сезонное оборудование. Бак гидравлики. Это размыкатель массы, благодаря чему мы можем отключить полностью электросистему райдера. Ну, например, от детей. Ну, а теперь после этого краткого обзора мы пойдем на улицу и поубираем снег при помощи вот этой щетки. Хочу напомнить, что на нашем канале вы также сможете найти обзор Rider Park 540 и обязательно посмотрите видео, как он убирает снег, но уже не щеткой, а снегоуборщиком. Спасибо, что
смотрите наш канал, переходите на наш интернет-магазин, смотрите наши видео. Всего вам доброго!